вот эта кафешка. Если будет в Сан-Франциско, обязательно идите сюда, заказывайте супец, клэм чаудер, брэдбол и кушайте его. Ну что, как суп? Вкусный? Понравился? Супер. Короче, есть куча всяких шоу. Вот чувак бензопилой жонглирует. Сейчас, пока ребята уплыли на Алькатрас, я вам устрою небольшую экскурсию по этой тюрьме. Вот эта тюрьма. Значит, это главное здание, соответственно, как понятно вам сразу. Там площадка для выгула заключенных. Здесь всякие больницы, госпитали, больницы для сумасшедших. Тоже, кстати, здесь на острове есть. Вон там площадка, вон там. Или вот здесь площадка, где Николас Кейдж останавливал ракеты, нацеленные на Сан-Франциско террористами. Это было ужасно, но он смог все сделать, он их остановил. Правда, там один шарик разбился с ядовитой смесью, и он вколол себе в грудь лекарство, в сердце. Вот, но он выжил в итоге, все было в порядке. Вон там маяк, вот сам остров. Вот там вот под островом идет внизу канализация, по которой Шон Коннери показал, как пробраться в тюрьму. Вот, так что, в принципе, ничего невозможного нету. Смотрите фильм «Скала», там подробная инструкция есть, если вдруг вы хотите попасть в Алькатрас без билета. Давай, расскажи, как ты просидел в Алькатрасе от звонка до звонка. На парашюте. Ну, просто ты не задаешь. Да не, ну я как бы нормально, просто узнать хочу. На парашюте сидел, мы сейчас не спим, не представим. Да? Да, есть. Да ты понты кидаешь, слышишь? В общем, идем по пирсу. Сейчас придем к месту, где котики морские, точнее морские львы тусуются. Знаменитый пирс 39, вон морские львы лежат на лесбище, на фоне маяка. Детеныши не лежат. Вот здесь толпа народу, все смотрят. Вокруг катера. Типа того, да. Приехали, значит, мы в один из известнейших вузов Америки и Калифорнии, это Стэнфорд. В этом году Стэнфорду исполняется 125 лет. Идем к главному зданию. Саша бежит вперед всех. Нетипично, на него не похоже. Видимо, да. Видимо, впечатлился, тяготит к знаниям. А Наташа немного отстает. Наташа, ты что, знаешь, сколько стоит обучение и боишься? Я знаю, что Саня там не потянет все равно. Понял. Что? В тебя не верят. Сказали, ты ЕГЭ не сдашь. В общем, вот такой вот. Это главный корпус, главное здание Стэнфорда. Сейчас сделаем маленькую экскурсию. Заходим во внутренний двор главного корпуса. Красивый университет, конечно. Вот во внутреннем дворике Стэнфорда, ну, за главным зданием, получается, за главным корпусом, находится вот такая церковь. И внутренний дворик. Ну что, какой факультет выбрали? Нравится для студентов. А факультет-то какой? Факультет художественный. Общенаучный. Общенаучный, я понятно. Я иду на художник. На художника. Так, Маргарита. Ну, я пойду на спортивные. Спортивные, Игорь. Спортивные. Тоже? С Маргаритой вместе? Все, Диана, у тебя? Я еще не решила, здесь их очень много. Нет, надо сейчас решить, потому что сейчас пленка кончится. Какие решай скорее. Я не знаю, ты же выбирал. Ты же приехал поступать, не я. Маргарита не захотела, чтобы учиться вместе. Нет. Ну, Олег. Если я поступлю на спортивный, то она пойдет на экономику. Олег, какой? Сразу на все. Сразу на все. Понял. Ну, то есть всю оставшуюся жизнь. Да. Ну, отлично. Может, устроиться этим лектором? Типа, лектором бесплатное обучение можно. Или дворник. Да. Не, очень красиво здесь, классно. Не, классно, да. Вот так выглядят три блогера, снимающих окружающую действительность. Профессия. Да. Мало кто знает.
знает, но здесь по статистике, короче, Саша сказал, да? Да, здесь Стэнфорд занимает третье место в мире по выпуску миллиардеров. А первые два? Филадельфия и Гарвард. А кто первый? Филадельфия и Гарвард. Какие тут специализации? Может быть, потому что они уже сюда приходят, как это сказать. Ну, скорее, дети, они все с богатыми дети. Родителями да. приходят. Понятно, что у них есть хороший кикстарт и буст. Да. Но ну, вон сколько целом... китайцев тут ходит. Подальше. Кстати, да, китайцы сюда приезжают самые богатые азиатские семьи, поэтому, представляете, там миллиард да, человек, ему там топ 1% там, с огромными деньгами сюда приезжают. А нет, вон, подожди, если... поближе подойди, сосредоточься, выдохни, спокойно, вдохни, отдышись. Да. Ты же на канале Добра и Путь. Я думала, Ольга нужна. Три, четыре. Он же скромный человек. За нами стоит дом Стива Джобса. Это яблони, которые он сажал Стив Джобс. Есть яблоки, и компания Apple ему пришла на ум именно потому, что его яблоки. Вот это яблони Стива Джобса. Оно? Да. Держи. Все. И айфон сломается сейчас еще. Очки. Серег, ты на территории. Нам сейчас вызовут полицию. Полицию сейчас вызовут. Серега, почему делаешь ты, а стыдно мне? Объясни. У тебя есть совесть, а у него нет. Вот, знаешь, я тебе скажу. Вот я делал экскурсии. Блогерам, но мне блогеры еще не делали экскурсии. Круче, да? Ну, интересно, да? Интересно. Так получилось. Че не знал. Сейчас поедем еще в Google, на великах гугловских поедем.